Сегодня жители столицы могли на протяжении всего дня ощущать недомогание. Причиной тому стал новый рекорд, который поставил атмосферное давление. Метеостанции зафиксировали самое высокое значение уже второй раз за месяц. Барометры показывают 757 миллиметров ртутного столба. Это значение выше прежнего максимума, который был установлен в 1968 году. Что же касается погоды, в последнюю неделю этого лета оно порадует теплом и несколькими солнечными днями. К выходным в столичном регионе будет плюс 30. Ну, по крайней мере, так обещают синоптики.